пожалуйста. Шиворот на выворот они себя так именуют, да. И у них вещи, Светлана, которые переодеваются. Помните, 97-й, 98-й, 99-й год? Конечно, то и дело помню. Но сейчас я придумала новую модель, называется жакет-трансформер. А из прямого полотна? Нет, это мы взяли, каждая деталь увязывается. А вот, посмотрите, на стене это все 20 вариантов, которые он превращается. За счет завязки, да, привязки? Да, за счет завязок. Молодец, умничка. Это и капюшон, с капюшоном жакет, и сарафан. Вот он на манекене в сарафане. Карманы превращаются в штанины. И в рукава, да? И в рукава, и в карманы. То есть здесь как бы несколько... А есть она в разложенном состоянии? В каком? В разложенном состоянии. А, в разложенном, да? Смотри, просто... Я могу... Очень просто все. Это я понимаю, что просто. Это просто для тех, кто просто гениальный всегда просто. Да. Просто это дело гениальное. Гениальное в простом. Да. Да. Покажи. Ну, это вот пополам он сложен. Да, да, да. Молодец. На ком-то показать могу. Было бы здорово посмотреть. Да? Девочки. Я их отправила. Так, кого бы мне, на ком бы мне показать? Сейчас, одну секунду. Кого здесь? Да. Пошу. Вы правильно на ней. Покажи, мать. Вот смотрите, сложен пополам. Да, да. Нет, на меня лицом. Спинка закрыта. Да, отлично, да. Поверх пальто, куртки можно оставить. Да, да, дальше. Юбка, смотрите. Юбка. Нет, просто здесь еще игра черного и белого цвета. То есть то же самое можно одеть на другую сторону. То есть получается уже цвет меняется. Юбку наберу? Раздвигай, сейчас. Нет, сейчас. Класс. Смотрите, берутся вот эти вот края. Крайние. Штанишки сейчас будут. Ну сейчас я жакетом еще раз покажу. Давай сюда жакет. Давай, обычное классическое одевание. Обожаю такие вещи. Посмотреть тоже внутри. Вижу его, да. Как угодно, можно даже. Да, здесь можно его приталить, жакет. Да, как угодно. На худую. То есть здесь даже размерного ряда нет вообще. То есть не надо его. Сам придумала? Конечно. Молодец. Посмотрите, здесь еще секретик такой маленький. Сейчас покажу, давайте брюки еще. То есть это юбка, сарафан. Сарафан это вообще супер. Вот рукава. Да, если ноги одежды, то получается уже юбка брюки. Или полукомбинезон. Молодец, умничка. Опускается сюда вниз. Вот это интересно. А, вот это платье можно прямо на это надевать. Платье классно. Ау. Ну, не так. А это убирается внутрь карман. Или, опять же, нога. Потрясающе, молодец, умничка. Вам подарить? Да, подарить. Или жакет? Нет, жакет не надо. Это жакет. Широкая русская натура. Что ж ты? Есть, очень здорово. Сейчас это уже сниму. Да, нас учили в Париж, без пакетов нельзя. Возможности неограничены просто. Спасибо большое, Лапарина Света. Я обязательно продвину. Да, нет, твои координаты. Я запатентовала ее. Очень хорошо, что нет, твои координаты. А вот здесь тоже есть. Рекламный представляет жакет-трансформер пяти вариантов. Но в действительности их более 20 запатентировано в Российской Федерации. Итак, шиворот на выбор. Thank you.
Светлана Сидорова.